Очень жарко. Это вообще не то. Ничего. Я думаю, не важно, девушка или парень, помогать становлению молодой республики. Не важно, какого ты пола. Вот и все. Теперь вот так вот. Просто непривычно реально, потому что на берцах шпильки нет, поэтому мало того, что на каблуках еще все открытое, как-то привыкли более все закрытое, как-то мы же военнослужащие. Никто не расходится, пожалуйста. Жить-то дальше надо, как-то так, все равно война войной, а жизнь продолжается. Здесь неважно, верим мы или не верим. Подписаны документы в Минске, получены гарантии глав европейских государств, которые фактически поставили свою репутацию, да, под этими документами. И они, наверное, ну, обязаны в какой-то степени оказать давление на Киев, на Украину, чтобы они выполняли все пункты Минского соглашения.